очень мало западных. Понял тебя. Юго-западную метку зеленую. И то уже спуск горы вижу. Я тебя вижу, Мак. Ты бежишь в гору, да? Угу, на запад. Я тебя наблюдаю. Так, а на севере от нас сидит пехотинец с биноклем. Кто это? Там у нас есть союзники? Нет. А где? Ориентируй. Север, 2 километра. Не-не-не, это враги все. А, погоди, может там и Морис? Там кто-то с Морисом был? Морис. А, Кордос. Может и Морис. Да-да, Морис, скорее всего, с Кордоса на туре. Пиздовой. Семетки не ставят. Да, там у Мориса метка стоит. Вижу еще пехота. Азимут 300. По полям где-то километр с половиной. Сейчас там метка. Давай, как раз Морис. Где-то вот тут вроде как. А это походу эти уходят, да? Могу тут аскарда немножко посчитать. Да, подтверждаю, это отделение, которое у нас было под нами, Векер. Идут прям по полю. А, пиздец, да-да-да-да-да-да, есть. Их надо тушить просто, их надо тушить сейчас Морису. Бесстрашен. Я вижу ЗУШ. Троня. Она... Да. Перебирайся на восток. Нет, не поставил. Сейчас, поставь, короче, скатерем. Поставил. Ровно на этой горе стоит на нашей стороне горы, с нашей стороны Урал. С ЗУШкой. Морис ее должен видеть. Сейчас к тебе подойду, Серпов. Да, должен. Но это не точно, блядь. Не, на самом деле он может не видеть. Он пехов-то не видит, блядь, в поле 500 метров от него, нахуй. Какая зушка, блядь. Только что пех, я слышал. Не, она не оттуда стреляла, она с юго-востока стреляла. Так у них не одна же. У них две, и бардак. Кто? На камень, вставай. Смотри, я что у нас за спину. Погоди. 210 поднимается, а? По скале. Погоди, погоди, 210 крипмат. Не определил. 31, скорее всего. Вижу пехоту 230. Они лежат на холме, смотрят в нашу сторону вроде. Еще, Шайтаныч, можешь посмотреть на пик горы на 95? Да, отделение поднимается. Да, это походу враг. Вижу зушку. Врачик стоит. Я зушку вижу. Вон она катается, остановилась. Это другая. От моей метки 210. Сейчас метку дам, подожди, укроюсь только в камнях. На востоке еще одна. На востоке еще одна зушка. Че на камушке? Короче, Векер, 180 высота. Чуть назад. Пока перебегаю. Ёб ты, там отделение в натуре, блин. И потом посмотри на 95, да. Наверх. Видел. Там сейчас и вроде, вроде без головных уборов. Или не приставал. Возвращаюсь, да? Да-да-да. В низину. Да-да, ну сиди, я чуть другой. Я тебе обещаюсь, ты ту высоту попробуй инфу давать. Как ты хуеришь? Да. Там зушки челы в открытую просто по полю спускаются к нам. Я убил, если все стрелка. Там они ниже спускаются. Видел, видел, видел. Ты по ходячему работай, я лежачему буду у раба. По нам, с 95 шайтан. Ага, ага. Живой? Да, я ж не зря копы. Ух, ёмка нам бэха. Отделение. Читаем, смотри, на 240 там отделение. Вижу.
на 136 тоже движение. Мент куда? Блин, что-то по мне летит вроде. Шайтаныч, беги в сторону города на YouTube, еще окопы нет. Бля, ранен. На 260 запад ровно тоже смещается один на север. На горе, где Мэтт был, там враг уже. Да-да. Давайте сдвиг туда. Сдвиг, сдвиг. Могут убить сейчас меня? Там же еще чуть выше, где мы только что стреляли. Сдвиги. По мне серпов? С башни. Сломанная башня, 340, 340. Левей башни, кусты, метку сейчас. Да убивай его, нахер метку. Я не могу, он спрятался. Да, в групповой. И на юг, Шайдан, что кусты эти, окопы есть. А здесь левее. Перешли они. Я спугнул, у меня патроны кончились. Забегай быстрее. Тут. Чего вы задымились? Шайдан, живой? Угу. Я жду, пока они успокоятся. Сзади кто работает? Сепов. Я. Понял. Давай, ложи. Готов, по-моему. Живой, живой он еще. Понял. Вот сейчас хорошо. Все, 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 он умер, там оружие упало. В дымах, в черных один. Черт, справа от него. Тебя убил нахуй. Вроде бы. А, на севере у нас. Кто там рядом со мной был? Я сверху смотрю, но я не вижу. Можешь точно метку дать? Я уже убил его. Откуда они идут? Поднимаются, с запада идут. Да, прям на этой горе. Ты за камнями, Серпов? Ага, это не ты, я понял. Да-да-да, это не ты, не ты. Ты у камня убил? Да, он бежал ко мне. Значит, я его видел. Ну там еще отделение, я не этого видел изначально. Ага. 31-х ебашь. Он живой, Шайтаныч, в камнях сидит, метку. Да, он выглядывает. Он к тебе смещается, ближе. От этих камней ближе, к тебе уже подходит. Я справа от тебя. Через дорогу. Это уже не наши пуски, правильно я понимаю? В камнях убил, есть еще ближе, чем камни. Не вижу ближе, чем камни. Я есть, есть, вижу. Есть. Там, вот там высокая голова. Там есть кто-то, нет? А, башни. Лысую голову ближе убил. Ближе увидел, сейчас. Я убил одного ближе к тебе. Может быть еще есть, конечно. Да, ты его убил. Башни тип. Не пугайте башню. Где он именно? Внутри прям. Что за пушат? Силы. Блин, если... Ага, отлично. Да, силы это тоже наши массы, блядь, одиночки. Живой сир? Походу упал с лестницы. Ну, я понял. Помогите пошел. Ему. Я пошел спасать его. Все. Шайтан, давай не ты, кто другой. Ты, собственно. Так я рядом, я 10 метров. Блять, Бэха! Морис, блять, убью! Уебывайте нахуй, северо-восток.
Что, у... это... Живой? Не работает уже. Блять, он что-то не убил меня. Ну убил бы, бля, фон пошел бы, нахуй. Дроне жалко забанить, блять. Псов, подлечишь меня? Дрон, тебе угашки нужны? Если есть, давай. Я нашел тут ДВшника. С ОГшками в ДВшник. Вы моего УГшника ПО проверьте, на самом деле, было бы неплохо. У кого оптики нет, тем более. У кого-то АКМН есть? Еще рюкзаки, там, которые висят в воздухе, поставили. Берутся, смотря вниз. Там союзник, если ты семеркой видишь, там союзник. Не, вот там выше союзник и правее ушел. Вот там, за хребтом. Понял. Там война уже. Союзник налево ушел. Вон он валяется уже мертвым. А, вижу, слышь, на этом, блядь. Кто стоит на пригоне, блядь? Да-да, враги, блядь. Противник? Да, вроде противник. Центральном? Да-да. 220, походу, тут кто-то бегает, не пойму. Там свой бегает. Свой. Свой. Вот эти домики, там реальное отделение, блядь. Да, запада, центральный домик заходит. Я пошел помогать им. Вижу, ой, там много, бля. Там, да, там очень много шейтов. Он тут с первого уже. Миссия завершилась нашей победой. В следующем отрывке будет небольшой косяк со звуком. Дело в том, что я относил материнку в ремонт и, принеся ее и собрав в комп, сразу пошел на СГшку, не успел проверить, как все идет на записи. Вот такая неприятность вышла. Но, тем не менее, приятного просмотра. Отыгрыш там получился хороший. Венчик, примерно можешь кинуть, откуда я сейчас патрулю? Да, удал метку. Стреляют наш намер или что там у нас за техника была? Она уезжает. А где он шайдал? Он в отделе где? Намер на юге от нас. Нет, я не знаю. Убил одного талиба на юге. Метров 100 от нас, метров 100 от моей метки, сейчас дам метку.
2 талиба, зимой 200. Соседних хуй. Это не работает по нам. Да, вижу, там СПГ стоит. Задымляются там. Это СПГ, не снайпер, да? Там и СПГ, и пехота. Ну дайте в дым и нахуй убежим там. Далеко. Твои метки шитаны где? Дальше. Чуть дальше. Ну хотя да, моя метка. Примерно там, да. С ними рядом стоял наш намер, вот эта техника наша, которая быстрая, типа беттера маленького. Он стоял с ними метров 50 прям рядом и уехал потом от них. Одиночный я стреляю. Работаю по мне. Скрутура? Понял, да. Да, талиба, гуру. Я спугнул, уходи. Я вижу, откуда работает. Убил того, кто стрелял сейчас справа. Остался у тебя, который слева за камнем. Еще подходит. Убил там еще одного. Блин, того не вижу, не могу помочь. Пацан, ты работаешь? Нет, не вижу. Так, Мэтт, из-за своего камня вылези и смотри на 30 ближайших к тебе камень, метров 50, которые. Смотришь на него? Да. Вот и за ним слева, где-то примерно вторая половина слева камня, вылазит чел с биноклем и смотрит. Сейчас можешь просто его подпушить в упор. Он на тебя вообще не смотрит, он не знает о тебе вообще никак. В дымах? Да, в дым, под деревом. Не вижу никак ярче там его. Убил вроде. Какого? Под деревом, который сказал ярче. В дымах. Ярче у вас там потери есть? Нет. Вроде у нас
Командир, нет, короче, СПГ надо найти на снарядах, не сдан СПГ. Фейс, смотри, короче, слышь, азимут, блядь, 300, вот это КПП, самый правый бункер, самый правый бункер. Ёж, огонь нахуй, огонь. Всё, хорош. Морис, сука, огонь нахуй. Заряжай, блядь, ёж, ну так тебя и заряжаешь нахуй, ёж, пока заряжаешь, миссия качается, блядь. Реплеи всех боёв я оставлю в описании под видео. Это чуть подальше. Так, вижу еще пехоту. 7. Метку, метку. Дал, прям, дал примерно. Он бежит. Кто работал сейчас? Я работал по врагу, он под выглядит, короче. Обновил. Как там сейчас в зоне? Вышка на 220. Между вышками. Кто работает? Бой. Кто сейчас работает одиночными? Да не, я думаю, не бои, шпафалин. Что-то здесь ехать опасно. Ну или пешочком, ну смотри, вот стреляли. Кто подходит к горе, сейчас будет подниматься. Я подхожу, я подхожу. Да, я понял, я подхожу. Убил его, Морис, убил. Мак? Мак не отвечает. Разлив не вышел. Не. Да, вижу тебя, пацан. Да, я тебя вижу. Ранен? Откуда бы тебе работали? От меня 290. От вас на 250 такая небольшая горочка. Я сейчас на ней, я тут убил снайпера. Отсюда, возможно, видно снайпера вражеского. 192-я высота, я правильно понимаю? Да, наверное, она. Едь, я тебя направлю, я тут просто лежу. Джимми, я так трогай. Ага, понял, сейчас, не спеши, не спеши. Да-да, правильно, правильно идешь. Еще раз, фальтер. Сейчас выходим тут. Да, вот на эту гору теперь отсюда 290 просматриваю. 280, 290. Да-да, это не по нам. В тур, в тур, в тур! У нас минус страйкер, походу. Да, у нас минус страйкер. Прилетело откуда-то с юга. С юга очень далеко откуда-то прилетело. Жми, ложись пока сейчас. Кидал. Да, вот сам кнопкой. Да у меня тоже не лежу. Сейчас надо выбрать секунду. Все, я ему на лимках. Дверь, так что... Батенька вроде убили, вот как же. Ну, вот так. Я все распределяю.
пизда тебе. Я тут капец под огнем. Уйти не смогу, скорее всего. Шайданыч, ну ты один там остался или что? Да, один. Давай тогда, значит, братан, уходи на другой КВ и до конца. Ага, понял, все. По мне семерка ушел на другой КВ. Живые? А? Я вроде отошел. О, Шайтаныч, можешь семерку открыть, походу я тебя вижу. Сейчас. Шайтан, если нужна квалифицированная медпомощь, обращайся, у нас есть медик с собой. 35 забор, вот где граната, вот за ним, до двухэтажный дом. Вот он на втором этаже, он самое правое, вон он, между домами вижу его мелькает. Сейчас, погоди. Грей, можешь ко мне подъехать? Надо немного повязок взять. Где? На метке, на востоке. От тебя на востоке. Все, взял. Спасибо. Бай. Тебя вижу. Ага. Я помню эту местность. Сейчас скала, кстати, работает. Тормози. Там мин, кстати, много было, да много было, по-моему. Ты нас тут можешь идти? Спускайся, резину сейчас пинку заберу. А, ты пешком, все, туда вплачь. На суфа минус. Все, что работает? Сунтиком сидит там просто. На 40. Да ну что, все будет просто. Пусть восточно на флоту гадак и так будет, Завали, нет? Минус 2 мостака и сразу, да. Фотку по базаре здесь. Это норма. Шайтан. Да. Мне на метку зайти. Две секции, это норма, понимаю. Так, да, могу, наверное. Отсюда, короче, плюс-минус, ты можешь посмотреть, это военку, блядь, там силы сидят, нахуй, похуярить их отсюда. Шайтан, ага. Смотри, вот отсюда, смотри на 60. На, возьми заряд. Там у заправки есть труп, там еще один заряд есть, если что. Так, на 60, понял. Вот, под опоры. Взорвали? Под красную опору, вот где красный крестик. Посол живой еще, на базаре. Я что-то... А, трехэтажку понял. Шайтан, можешь ли? Да, сейчас у меня все, сейчас у меня убьет мужики, помощь. Попробую. Я пытаюсь ползти. Кто с калаша стрелял? Это я. Я уполз. Обгорелая, которая типа такая? Да, в окошко. Смотри.
Не пугайте, не пугайте. Смотрите, говорит, они сейчас, говорит, все туда. Вот, короче, они палят этот мост, блядь. Хорошо, сейчас труба залетела. Там минус один 100%. Я тогда без ноги попробую прорваться на юг. Может, кого-нибудь найду из этих сил. Занимайтесь этим мостом. Все, я ушел с КВ. Повезло, что там кто-то очень остался живым. Вот эта хуйня работает, состав, блядь. Короче, другие взорвали, какие взорвали, блин? Нужна инфа по ДВ срочно. Северный, одну опору взрывали, хардкил, я помню, он говорил. Вот, у нас техника может посмотреть, которая на высотке? У нас под южным лежит труп и под мостом, скорее всего, он целый. Под южным? Под, сейчас скажу. Сейчас. Да, под южным. А, я понял тебя. Есть хорошо, еще тогда... один подрывной. У меня тоже есть. Подрывной. Давайте начнем южный. Под южным убил одного мудака. Красава. А, шайтан, со ста работал, со ста хуй какой-то заливал. Мне не видно отсюда. А отсюда? Я дверку открыл. Зарядов нет больше в камере, ребят. Да, у меня раз, заряд уже. Задымляют мост кто-то, южный. Я. Давайте прикрываем, так, Харька, у него есть заряд. Файпер, опора ниже, это который темный вот, блядь? Нет, светлый, светлый, посередине который две. А, посередине, понял. Под огнем! А, проедем-то откуда? С того берега. Харек, давай, давай, родной, минируй. Есть мост, есть мост. Минус мост. Только одна сторона минус почему-то. Нет, все нормально, мосту пизда. Так, и что осталось у нас? Нет, время сейчас ждем. Если все разрушили, то все должно быть. Если что, тогда надо получается этот, я так понимаю. Блять, кого-то убили сейчас в наших? Севера, севера кто-то уверен. Блять, а мы дальний-то мост забрали, походу. Северный? Еще один, есть два подрывных. У меня тоже есть подрывные. У нас есть хаммер. Готово. Фу, блин. Победа атаки. Отличный способ следить за информацией на канале — это вступить в группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под видео.